Всем привет. Меня зовут Кирилл Дмитриенко. Я работаю вместе с Антоном в группе разработки всякой графической фигни в API-карт. И сегодня я вам расскажу про секретный доклад. И я сразу стану плохим фокусником и сразу открою вам секрет. Доклад мой будет про API-панорам. Мы долго-долго-долго строили и не успели построить к субботнику, но практически построили. Мы откроем программный API Panoram для всех. Вы сможете встроить плеер Panoram с Яндекс.Картами на свой сайт, управлять им программно и не только, но об этом дальше. Итак, план моего доклада. Сначала мы чуть-чуть затронем историю сервиса, потом я маленько расскажу про историю разработки HTML5 плеера, про то, как он примерно работает, ну так, для интереса. А потом я вам маленько расскажу про API. Но для начала кусочек истории. Панорамы начались на Яндексе в сентябре 2009 года. Там появился панорамы достопримечательностей, которые заработали в флеш-плеере. И все это было замечательно, но, к сожалению, время шло. С 2009 года прошло много времени, появились мобильные устройства. На мобильное устройство флеш не попал. И примерно в 2012-2013 году мы задумались о том, что нам хорошо бы дать пользователям панорамы на мобильных устройствах, на iOS-девайсах, на Android-девайсах и так далее и тому подобное. Поэтому закипела работа. В 2013 году мы собрали первую демку HTML5 плеера. Она выглядела как-то так. Это была одна и та же панорама. Я помню, она мне очень сильно надоела к тому моменту. И, видите, я больше не мог. И, в общем, с тех пор мы развивали этот плеер. Сейчас он практически уехал в API. И, как сказал, мы скоро откроем внешний его интерфейс вам. Итак, как же устроен HTML5 плеер? Чуть-чуть расскажу о том, как вообще мы его разрабатывали, как шла разработка. Но для начала немного теории. Дело в том, что все панорамы в Яндексе, они сферические. И сферические, они сохранены на сервере картинки в равнопрямоугольной проекции. Что это значит? Что вот так вот выглядит картинка исходная, которая приезжает от поставщика и, собственно, едет на клиент. И движок рендеринга превращает ее в какую-то такую картинку, которую, наверное, все вы видели. Как это происходит? Как сказал, панорама сферическая. Что это значит? Это значит, что мы стоим в центре некой сферы, на которую накладывается, натягивается картинка. То есть у нас есть исходная картинка, которая к нам приезжает с сервера. Она как-то вот так вот накладывается на сферу. То есть чем дальше от середины картинки, тем сильнее она сжимается. Вот. Ну а на середине, примерно, картинки в своем экваторе она практически не сжимается. И для того, чтобы получить изображение на экране, которое обозначено на этой замечательной картинке буквой S, мы, стоящие в центре, в C, как бы через каждую точку экрана пускаем лучик, находим пересечение со сферой, смотрим, какой там пиксель, какой там цвет нашей картинки панорамной, и вот это вот получается пиксель на экране. Ну и это довольно сложная операция, там много тригонометрии. Если еще добавить то, что сфера, вообще говоря, вертится, мы же не только в одну точку смотрим, это же весь прикол панорам, в том, что можно повертеться. Становится совсем жутко. Поэтому мы как-то начали решить эту проблему, и начали мы с Canvas 2D. По трем очень простым причинам. Canvas 2D уже тогда довольно широко поддерживался. Он был на очень многих устройствах. А WebGL при этом не очень хорошо. Тогда он еще был довольно экспериментальной технологией. Ну и такая довольно серьезная была причина, которая повлияла на мое решение. Я его и не знал. Окей, Canvas 2D. Картинка. Нарисовать. Что можно с ней сделать? У нас есть возможность просто нарисовать картинку на канвасе. Но этого как-то мало. Там же какая-то проекция, растягивание. Есть возможность нарисовать картинку с трансформацией двухмерной. Ну, то есть как-то искаженную, хитро. И апофеоз возможности Canvas 2D — это нарисовать картинку, вырезанную по какому-то полигональному контуру. Ну, или не обязательно полигональному. Ну, собственно, на последнем решении был основан софтварный рендеринг, который изначально был единственный в плеере. Итак, у нас есть двухмерная трансформация. Сори, я немножко приболел. Те из вас, кому было не совсем скучно слушать доклад Антона, то есть те из вас, кто чуть подковнее математики, они, наверное, знают о том, что двумерная трансформация, то есть матрица о шести константах, да, две константы параллельного переноса и четыре константы, отвечающие за растяжение и сдвиги, она однозначно задается тремя точками. То есть если мы три точки преобразуем в три точки, ну, какой другой системе координат, то это можно писать однозначно такой матрицей. Три точки, они, как известно, образуют треугольник. Поэтому было решено разбить изображение на треугольники и работать с этим.
То есть нашу гладкую сферу, на которой натягивается панорамная картинка, мы разбили на треугольники. Получился такой сложный многогранник, большая такая полигональная сфера. И каждой вершине этой сферы мы сопоставили две координаты. Первая — это, собственно, просто пространственная координата в некой системе, чтобы, ну, у нас был трехмерный объект, полигональная сфера. И две координаты — это координаты этой точки в панорамной картинке исходной. То есть вот наша панорамная картинка с наложенной на нее этой же самой сеткой, только развернутой как бы. Да, то есть мы из сферы обратно развернули ее в плоскость. И вот, допустим, какой-то точке соответствует некая точка в картинке. Вот. Надеюсь, я вас не потерял в этом месте, потому что дальше будет веселее. И как, каким-то таким нехитрым преобразованием каждая точка сферы попадает на экран. Маленько матричной магии. Ну, то есть это просто не самая интересная часть, я решил просто написать формулу. Две матрицы не отвечают за поворот. То есть я напомню о том, что мы вообще говоря в сфере вертимся. Ну, либо сфера вертится вокруг нас. Это, как говорится, все относительно, как говорил дедушка Эйнштейн. Матрица проекции, которая каждую точку проектирует на экран, на плоскость, считает ее координаты. Ну и последняя матрица, которая вообще превращает это в пиксели. То есть домножает на размеры экрана в пикселях, размер нашего канваса. И таким образом мы получаем, что у нас каждая точка, она попадает куда-то на экран. Отлично. Соответственно, точка, попав на экран, у нее появляются две координаты на экране. То есть x-ита и y-ита на экране с индексом screen. И вспомнив о том, что вообще говоря, каждой точке сферы, которую мы спроектировали на экран, соответствует точка в картинке, мы можем сопоставить каждому трем вершинам каждого треугольника сферы, то есть треугольник в панорамной картинке, треугольник на экране. Можем посчитать двумерную трансформацию. То есть если мы запишем это соотношение, там получится 6 уравнений, 6 неизвестных, как известно из школьного курса алгебры. Это дело должно отлично решаться. И оно решается. Ну и в итоге получился какой-то такой алгоритм отрисовки. То есть мы сначала генерируем геометрию нашей полигональной сферы, простая математика. Получается такой длинный массив координат. Потом в каждом кадре мы этот длинный массив координат проходим по нему нашими замечательными преобразованиями, которые проектируют все это на экран. Потом мы вычисляем для каждого треугольника сферы двумерную матрицу трансформации, которая перейдет из панорамной картинки на экран. Задаем обрезку по контуру и рисуем. Видит ли кто-нибудь здесь проблему сразу так из коробки? Совершенно верно. И самая-самая дорогая из них — это обрезка. То есть обрезка на конвасе — это операция недешевая. Но даже не это в ней самое ужасное. Самое ужасное заключается в том, что единожды задав ее, убрать ее можно только через рестор. То есть придется перед каждой обрезкой делать сейв, обрезку, отрисовку, рестор. И вот сейв и рестор — это уже очень дорогие операции на конвасе, потому что они сохраняют весь контекст на стек, а по рестору он весь поднимается обратно. А у нас, ну, господи, один маленький полигончик клиппинга поменялся. Поэтому было решено применить золотой принцип конваса. Все, что можно, пререндерите. Все, что нельзя пререндерить, делайте, чтобы было можно, и тоже пререндерите. И так мы сделали. Каждый треугольничек мы обрезали один раз и сохранили в свой маленький каждый отдельный конвасик. И получилось, что у нас эта операция дорогая, которая создавала проблемы, она вылетела за цикл рендеринга, и все стало снова быстро. То есть мы генерируем сферу, генерируем треугольнички и, ну, там, проектируем, рисуем и так далее и тому подобное. То есть все то же самое, только нету дорогого клиппинга на каждый треугольник в каждом кадре. И, в общем, все это прекрасно работало. За исключением того, что оно не очень хорошо работало. В описанном видео он в итоге умер. То есть в том API, который мы вам откроем, все будет не так, все будет гораздо проще. По двум очень простым причинам, которые, к сожалению, не удалось в итоге победить. Первое — это он был слишком прожорливый на память. То есть если посмотреть на каждый треугольничек, закашированный в конвасике, внимательно, можно увидеть, что там половина площади на самом деле занята ничем. То есть она как бы занята впустую, и, ну, то есть, а это много памяти. И очень медленный старт на некоторых платформах. На E9 мы в худшие времена видели десятки минут старта.
натурально десятки. То есть, типа, полчаса можно было подождать, и он такой, yes, стартовал. Пользователь, конечно, полчаса ждать не любит. Поэтому было решено, на самом деле, не поэтому было решено, в середине разработки Canvas 2D было решено делать WebGL-ный рендеринг. И причины было в основном две. Первая большая важная причина — это то, что Canvas в Firefox был довольно медленный, а самая главная причина, которая в итоге заставила меня это делать, появилась поддержка WebGL в iOS 8. Я взял книжку, начал учить и что-то там написал. Получилось, что часть моей математики про полигональную сферу, а треугольник — это вообще, ну, то есть это прям то, с чем работает WebGL. Антон вам только что про это рассказывал, что треугольники — это все, что умеет делать WebGL. Больше не умеет делать ничего. Поэтому вся эта математика про проекции, она заработала сама по себе. Ее просто можно было перенести из ИЗ. Вот. При этом там остальные куски про двухмерные трансформации оказалось не нужно. И все это как-то работало. Но была проблема. Проблема довольно большая. Прям в прямом смысле. Вот это маленький графичек с сайта webgl-stats.com, который показывает распределение пользователей по максимальному размеру текстуры, которую можно создать в их браузере. И видно, что сегодня примерно у половины людей есть текстура 16 тысяч на 16 тысяч, а в 2014-2013 году, когда мы это писали, это было там, 10% и меньше. И проблема заключалась в очень простом факте. Наша панорама больше, чем 16 тысяч на 16 тысяч. Поэтому положить просто всю панораму в текстуру и отрендерить ее на сфере не получалось. Поэтому было решено кушать слона по частям. Вот так вот выглядит текстурка с панорамой, дополненная черным кусочком, чтобы она была полной сферой, то есть чтобы она закрывала всю сферу. Мы просто разделили ее на сектора. На сколько-то секторов. Причем каждому сектору мы сопоставили сектор в геометрии сферы. То есть сферу мы тоже разделили на сектора. И, собственно, таким образом, разделив задачу и властвуя над ней, был написан рендеринг, который начинается точно так же, как софтварный рендеринг. Вы создаете сферу, дальше проектируете на экран. И для каждого видимого только сектора, это, кстати, был очень большой плюс этой технологии, мы этот сектор рисуем. Они видимые, мы их полностью собираем и выкидываем из памяти, и даже не тратим на них ресурсы. Вот. Более подробно про всякую производительность WebGL я, кстати, рассказывал на прошлом субботнике. Все то, что я там рассказывал, естественно, мы применили. Поэтому я на этом сейчас подробно останавливаться не буду. Самое интересное, я думаю, то, ради чего стоит меня сегодня слушать. API. Мы открываем API, программный API. То есть не плеер для блогов, который сейчас уже есть, работает, который можно встроить просто код, а именно настоящий программный API. С помощью него, например, можно будет создать плеер, положить его в какой-то элемент, да, например, с ID-шником, элемент ID, задать в нем координаты панорамы, которые мы хотим открыть. Он там пошуршит и вернет там инстанс плеера, который, естественно, развернет Canvas в нашем элементе, развернет контролы и будет показывать пользователю что-то. У него будет стандартный набор методов, какие-то события. Все это лабуда и неинтересно. Все это вы прочитаете в документации, когда это все выйдет. Самая главная фича, которая... Я очень рад, что мы сумели все-таки ее победить и положить в этот релиз. Это создание своих панорам. С помощью какого-нибудь девайса, любого, который у вас будет под рукой, например, вот эту замечательную панораму Open Space нашего, где magic happens, мы настяли просто на Android смартфон, он нам сам его склеил, отдал картинку. И можно ее засунуть. Будет наш движок показывать на своем сайте. Любую панораму, какую вы захотите. Не любую, только сферическую, вроде прямоугольной проекции. Первым этапом будет, конечно же, нарезка на тайлы. Ну, то есть большую, огромную картинку грузить неудобно. Для этого можно использовать любую удобную вам программу. Photoshop, Image, Magic, на котором я остановился, GIMP, ну, в общем, все что угодно. Хоть свою напишите. Я остановился на Image Magic, который с помощью команды crop удобно нарезает на тайлики. Как-то их именуют по порядку там их, ну, по строчкам друг за другом. Эта информация будет важной, когда мы будем писать процедуру, которая возвращает URL до тайлика. И, собственно, положил на файловую систему. И тут первое важное ограничение. Тайлик должен быть размером степень двойки. То есть либо там 128 пикселей, либо 512, 256. Вот это ограничение растет из GL. GL очень любит картинки размером степень двойки.
Окей, у нас есть какая-то большая картинка. Давайте расскажем движку о том, как ее открыть, как ее показать. Для этого мы завели большой интерфейс iPanorama, в котором несколько методов. Метод, который рассказывает, где панорама расположена в пространстве. Это нужно для того, чтобы расположить на ней какие-то объекты. Рассказывает о том, какая у нее геометрия, как она связана со сферой, где она там лежит. Об этом я сейчас подробно расскажу. И рассказывает, какие у нее тайлы, где они. Ну и можно еще кое-какие объекты добавлять на панораму. Ну, с позиции все просто. Берется стандартная IP-шная система координат, задается в опции, и метод, который возвращает позицию панорамы в пространстве. Тут, кажется, все просто. А вот это сложная картинка, и тут надо напрячь воображение, особенно пространственное. Итак, дело в том, что панорамы в Яндексе, они не полная сфера. На уличных панорамах мы обрезаем автомобиль снизу, на воздушных панорамах мы обрезаем вертолет сверху. Вот, поэтому, собственно, движок будет требовать от вас, чтобы вы ему рассказали, где на сфере расположена ваша панорама. То есть, где она начинается по углу тета, да, по вертикали, где она по вертикали заканчивается, и где у него по горизонтальному углу находится стык, да, где она застыковывается, картинка. И тут второе важное ограничение. Она обязана стыковаться. Ваша панорама может быть не полной сферой по вертикали, то есть может быть обрезан полюс, нижний или верхний, или даже оба, но она должна состыковываться по горизонтали. Ну, может быть, когда-нибудь мы это уберем, пока это так. И у нас получился, соответственно, bounded box, такой получается угловой, который записывается в том же порядке, что и в CSS. Панорама с андроидного смартфона OpenSpace нам пришла полной сферой, очень прикольно. И, соответственно, он выглядит как она по вертикали от пи пополам до минус пи пополам, то есть от полюса до полюса. Ну а по горизонтали мы не знаем точно, где у нее стык. Мы не стали измерять, мы просто сказали, что она в нуле. То есть где-то прямо по курсу. Окей, значит, мы рассказали, где панорама на сфере. Теперь надо рассказать, где картинки для нее взять. Для этого нужно рассказать движку, во-первых, какой размер тайла мы выбрали, а во-вторых, где эти тайлы лежат. С размером тайла все просто. У iPanorama есть специальный метод getTileSize, который возвращает массивчик из двух чиселок. Интересно, кстати, вопрос, будет ли оно работать с прямоугольными тайлами. И я не проверял. Он мне пришел буквально вчера ночью в голову. А тайлы для конкретной картинки, они описываются в отдельном интерфейсе, который потом связывается с панорамой. Там всего два метода. Первый определяет URL тайла по двум индексам, горизонтальному и вертикальному. Здесь вот мы примерно там как-то восстанавливаем алгоритм, по которому у нас ImageMagick пронумеровал тайлы на файловой системе, и возвращаем размер картинки. Весь, уже составленный из тайлов. И описав это все, ну и еще кое-что там сверху, немножко этой самой всякой технической лабуды, мы получили замечательную панораму. Я предлагаю в кулуарах меня поймать тому, кому интересно. Я покажу прям живой код и живую демонстрацию, потому что, как и полагается, она работает только на моем ноутбуке. Ну, на самом деле нет, конечно. Нужно просто доступ в внутреннюю сеть. Как-то скучно, не правда ли? Вот. И вообще, вы вообще видите, что вот там сидит Антон и готовит страшный доклад, которому взрывал вам мозг полчаса. Не видите? А давайте сейчас сделаем так, чтобы было видно Антона, и сразу было понятно, что он там есть. Что это такое? Антон есть, а его не видят. Для этого можно задавать в панораму объекты. Объекты бывают трех видов в панораме. Это маркеры, переходы и связи. Ну, маркеры — это самый простой объект. Это просто такая блямба, картинка, иконка, привязанная к какой-то точке в панораме. Например, номера домов на Яндекс.Панорамах — это маркеры. Переходы — это стрелки, которые внизу, которые переносят вас на панораму вперед, на панораму назад, на панораму влево, на панораму вправо. А связи — это такой гибрид маркеров и переходов. Они, например, на воздушных панорамах есть. То есть это маркер, но ведет он себя как переход. По клику на него происходит переход на связанную панораму. Давайте для примера создадим один маркер. В API для всего есть интерфейсы. Есть специальный интерфейс iMarker, который рассказывает, где этот маркер в пространстве относительно панорамы, то есть куда его на экране разместить. Ну и, собственно, какие картинки, какие у него внешнее представление, какое у него. Ну, с позиции все очень просто. То есть он задается в той же системе координат, что панорама, то есть как бы относительно панорамы. Чуть-чуть сложнее с иконками.
там возвращается промис, и нужно будет вернуть просто сет картинок. Здесь у нас один, дефолт, это просто дефолтное представление. Вообще их там четыре, это дефолт, ховерит, экспандит, ховерит, экспандит. Да, то есть тот, который возникает по ховеру, тот, который возникает при клике, тот, который возникает после клика, после того, как там курсор задерживается. Это просто картинки, там ничего нет такого умного. Никаких SDF-ов. И сделав такой код, мы подписали, что там Антон. Это же прекрасно, не правда ли, коллеги? Такой вот небольшой сумбурный рассказ у меня получился про то, как создать свои панорамы. Самая главная фича выпуска API. У вас, наверное, остался один вопрос ко мне, главный, на который я хочу ответить. Когда же? Ну, правда ведь, когда? В марте. Наверное. А вообще следите за обновлениями во всех наших средствах массовой, так сказать, информации, которые, наверное, не совсем средства массовой информации. Мы там здесь обязательно напишем, выложим документацию, выложим вот этот пример и многие другие в песочницу. Вот, и, может быть, я еще пару раз расскажу этот доклад на бис, дополнив его деталями и, может быть, превратив в какой-то мастер-класс. На этом у меня все. Спасибо. Вопросы? Да-да-да, встаю. А, Кирилл, добрый день, спасибо за доклад. Вот когда вы говорите «в марте», вы имеете в виду в марте этого года, правильно? Да. Хорошо. Ну, тогда теперь вопрос по существу. Вы говорили, что вам для создания собственной панорамы обязательно нужна угловая координата стыка. Да. Вот. Но даже когда вы делали свою панораму на андроиде, вы сказали, что вы просто поставили ее в ноль, потому что нужно было что-то поставить. Вопрос, если у вас панорамы все круговые, зачем нужна координата стыка? Ответ. Очень многие особенности движка, они растут из того, какие особенности имеют наши индексовые панорамы. Ну, потому что очевидно, что писалось все изначально под них. И у наших панорам стык не обязательно, ну, типа там на севере, в нуле. Ноль — это север. Ну, понятно. Ну, собственно, что логично. Дело в том, что у нас панорамы, они склеиваются хитрым образом, ориентированно там как-то относительно машины, в общем, какая-то там странная геометрическая лабуда. Смысл в том, что этот стык попадает не всегда в ноль. Он имеет какую-то координату. И, собственно, эта особенность, она, ну, типа, так вот пролезла наружу. Вот. В принципе, вполне логично, что у вас тоже может быть какая-то такая система. То есть вы можете, например, зная, что какой-то объект, он на севере, покрутить эту цифру и привязать его, ну, привязать картинку так, чтобы действительно, когда вы смотрели на север, да, у вас было направление 0, вы смотрели на этот объект. Вот. Но обычно можно просто дать 0 и не мучиться. Да, но это не значит, что когда я начну снимать свою панораму, мне нужно будет сначала искать север, а потом уже снимать свою панораму. Это значит, только если вы хотите, чтобы вот типа direction player, да, это вот направление взора, которое он вам дает через метод, он его дает в виде азимута и подъема. Ну да. Вот если вы хотите, чтобы азимут был как бы настоящий, да, то есть если вы смотрите на север, тогда нужно правильно ее привязывать. Вот, ну то есть если я хочу сделать панораму там своей квартиры, чтобы выложить ее куда-нибудь на циан, не обязательно, ноль. Вот там совершенно не принципиально, но если я хочу показать, что да, дверь действительно на севере, все по фэншую, тогда да. Тогда да, тогда вам надо будет как-то привязать эту картинку к местности. Ясно, спасибо большое. Точно так же на сале про систему координат. Да, то есть можно привязать панораму к местности и задать геосистему координат, и прям настоящие координаты ей указать. А можно не мучиться и сделать, как мы указали картезианскую систему координат, сказали, что панорама 0-0, все. Угу. Все работает. Вот, а если мы указываем геокоординаты, то какие от этого плюшки можно получить? От этого можно получить ровно следующую плюшку. Так, у вас, собственно, ну, две плюшки. Первая плюшка, что вы сможете добавлять туда какие-то геобъекты, которые, ну, то есть тоже имеют реальные координаты, и плеер сам посчитает, куда на них правильно смотреть. Ну, типа, расположит их правильно в вашей панораме. А второй плюс, у вас магическим образом начнет работать метод lookAt, который позволяет поворачивать панораму на географические координаты. Ясно. Хорошо, ну, тогда ждем API. Спасибо. Как только, так сразу. Одни вон ребята вообще уже много лет выпускают третью часть одной небезызвестной игры, и ничего вроде. Нам можно пару недель. Кирилл, спасибо за доклад. Не могли бы вы уточнить процедуру, как это будет встраиваться на сайт? Будут ли храниться панорамы на сайте, скажем так, на моем?
нужна ли будет предварительная обработка, будет как-то встраиваться через iFrame. Подробнее об этом, если можно. Если вы говорите о кастомных, о своих панорамах, то да, нужно полностью как-то сохранять на сайт, на какое-то хранилище, которое будет доступно по HTTP, и откуда пользователь сможет их скачать, да, то есть, чтобы получить картинки. Единственная предобработка картинки, которая нужна, это нарезать ее на тайлике. Это минимум такой. Просто потому что всю картинку движок точно не проживет. И в общем все. То есть вы можете дальше всякие прикольные штуки делать. Например, вы можете сделать несколько размеров картинки, чтобы была оптимальная для размера пользователя, для размера экрана пользователя и экономить пользователю трафик. Всякие такие штуки. Но это в общем и целом не обязательно. Ну да, данные для своих панорам нужно будет хранить где-то у себя. Данные, индексовые панорамы, конечно же, нет. По поводу встраивания, будет встраиваться точно так же, как карта. То есть вы берете дом-элемент на своем сайте, на своей страничке, говорите плееру, что встройся сюда, в этот дом-элемент, и там он встроится, развернется и встанет по ширине, высоте. Точно так же, как карта. Через iFrame есть решение. У нас, так называемый, есть плеер для блогов. Он где-то хитро спрятан в Яндекс.Картах. Там можно поделиться панорамой, и вам выдаст код, похожий на код конструктора, который можете просто встроить на свой сайт, и это проще гораздо. Хотел бы уточнить, в чем преимущество этого движка по сравнению с известными решениями от Color Autopana, где есть даже поддержка гигапиксельных панорам? Еще раз, от кого? Color Autopana. Известная такая штука, среда для создания панорам, гигапиксельных панорам. Если говорить исключительно о своих панорамах, я не знаю всех движков, которые есть. Это самое известное вообще в мире. Для своих панорам, наверное, у нас никаких больших прям преимуществ так из коробки, наверное, нет. Наверное, одна только — бесплатность. Да. Вот. В принципе, как API у нас есть одно большое преимущество. Яндекс панораму можно открыть. Чего нельзя сделать в других движках, конечно же. По крайней мере, не нарушая лицензию. Кирилл, спасибо за доклад. Я хотел бы дополнить предыдущий вопрос и спросить, нужно ли как-то заморачиваться с курсом при создании своих панорам? Да, к сожалению, нужно. WebGL требует, чтобы картинки были, как это правильно назвать, наверное, course-enabled, то есть чтобы там был курс с правильным доступом. То есть если вы будете качать с другого хоста, не с того же origin, не с вашего сайта, да, то есть не example.com/panorama/jpeg, а какой-то другой хост, вам придется выставлять курс заголовки, иначе это сломается. Я думаю, мы сделаем для этого хорошую обработку и красивую ошибку, которая будет объяснять, что вообще происходит. Не то, что плеер открылся и закрылся, а человеческое объяснение, почему так произошло. Потому что это такой тонкий момент, к сожалению, его надо соблюдать. Привет. Спасибо. Привет. За доклад. Вот такой вопрос с пользовательской стороны. Очень часто на сайтах публикуют такие разделы, как добраться, и там картинки прямо, направо, в арку, вниз, вверх. Uh-huh. Реально ли в вашем плеере реализовать такой функционал, как поиск пути? То есть ты задаешь путь от метро до офиса, нажимаешь play, и он показывает человеку, как туда дойти. И будет ли такое вообще реализовано? Спасибо. Мы о таком думаем. Конкретных планов пока нет. Будем смотреть, будем исследовать. Да, это очень клевая функциональность, но конкретных планов нет. Там есть кое-какие технические проблемы, я могу про них подробно рассказать в кулуарах, которые ставят определенные препятствия на пути к этому прекрасному функционалу. Вот. Извините, у меня вопрос, связанный с перформансом. У меня есть девайс. Человек, ты где? Здесь. У меня есть девайс дома, и на нем Яндекс Панорамы очень тормозят, часто страницы вылетают, часто в Chrome сообщения о том, что WebGL умер. И вопрос такой: есть ли какие-то средства определить, что девайс не очень шустрый и, скажем, уменьшить разрешение панорам, или еще какие-то такие технические вещи сделать, чтобы ускорить? Есть две части в ответ на твой вопрос. Часть номер один. Мы серьезно поработали в API над стабилизацией плеера. Там действительно сейчас есть кое-какие проблемы, которые на некоторых девайсах приводят к вылетанию. В лучшем случае страницы, в худшем случае всей системы. Это первая часть. Мы стараемся работать везде, естественно. Ты потом, кстати, подойди мне, расскажи, что у тебя за девайс.
И вторая часть ответа на твой вопрос очень простая. Мы блоклистим, видимо, мы что-то, ну, типа, будем блоклистить по юзерскому фидбэку. Мы уже сейчас блоклистим что-то, то есть даже если WebGL доступен, да, то есть если там get-контекст WebGL говорит окей, мы все равно говорим нет, софтвар. Просто сейчас софтвар работает хуже еще. Вот, то есть до переезда на API там тоже есть проблемы. Вот, но мы будем просто агрессивно блоклистить то, что, ну, типа, непонятно, как исправлять. Так что да, то есть будет решена эта проблема таким вот большим молотком. Кирилл, еще один маленький вопрос. Вы рассказывали о маркерах и связях. Будет ли возможность в своих кастомных панорамах сделать связи? Например, панорама магазина со связью «Выйти на улицу», которая переводит на Яндекс.Панораму. Или, как предыдущий вопрошающий спрашивал, проход по метро. То есть своя панорама, которая ведет другую свою панораму, которая ведет другую свою панораму. Да, будет. Я Спасибо. Просто показал только один тип объектов. Опять-таки тоже подходите ко мне в кулуарах, я покажу живую демку, где это все работает. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос по сравнению Яндекс.Панорам с гугловыми панорамами. И сразу же можно посмотреть, что Google, он замазывает лица, замазывает номера машин, ну, такая приватность. Ага. И Яндекс собирается это делать или в России это не проблема? Потому что, мне кажется, если бы к нам приехал бы Столман, он от Яндекс машин убегал бы. Не, ну пусть убегает, как бы, просто закона такого нет в России. То есть в Турции мы замазываем, потому что там есть закон, который этого требует. Как только в России появится такой закон, тут же мы все замажем. Ну, то есть у нас все технологии для этого есть. А, и это делается даже автоматизированно? Конечно, да? Конечно. У нас огромный объем данных, вручную тяжело. Ясно, спасибо. Выбери лучший вопрос и уйдем на обед, и в 16 продолжим. Лучший вопрос. Пум-пум-пум-пум. Вот первого человека мне понравился вопрос. Такой. Первый человек. Все, мне кажется, запоминают первого и последнего человека, с остальными проблема вспомнить, кто что задавал. Первый человек, подойди, пожалуйста, потом к нам на ресепшн, мы тебе еще диск выдадим, место на нем чуть-чуть.